А, там голодные бандиты сцепились. Сейчас. Сейчас это. Будет возможность немножко покачаться. Привет, народ. Сегодня мы продолжаем нашу игру в Кенши. Сейчас мы немножко тут похулиганим. 8 миль в час даже. Наруто раннинг. 8 миль в час даже. Скрытность прокачана. Ничего не поделишься. На, неудача. Какого комдауна ореховая масса? Ну ладно, пускай немножко это поучаствует в бою. Да прокачается. Немножко. Боевого опыта не повредит. Уроды. Ну давай. Вали его. Валите их нафиг. Валите их нафиг. Вот так. Кто там еще живой? Уроды, блин, комнатные. Ах ты, сука. На! Ну, давай. Живучий какой. Ну вот уже какой-то навык даже есть. Что-то уже может. Что-то даже уже попытается как-то. Когда нас лупят, мы становимся только сильнее. Ах ты, сука. О, отлично, отлично, отлично. Один на один, давай, мудак. Чё, один на один уже не такой сильный? Мудивы. Кто меня поймал на краже? А ну отдай. Притворяется мертвым. Мы все отберем у них. Все палки сраные. Всех обшмонал. Кто еще живой? Без сознания, без сознания. Сейчас мы тебя полечим, скотина. Мы тебя подлечили. Сейчас мы тебя зарежем. Надо же. На нахуй. Тут у нас... Блять. И чё это за херня? Суки. Так, Стэн, бери вот этого. Ты вот этого. Щенник берет вот этого. Напасть. Бип. Вот этого. Пышка. Вот этого. Терфас. Вот этого. Рыба. Вот этого. Вы вдвоем, блядь. Атаковать всех. Мочи. Козел. На. Что это за херня? Ну возьми нормальное оружие в руки. Вот так.
Так, а что у нас там по исследованиям? Лишение свободы. Сейчас мы, короче, будем лишать их свободы. Ихаку, блядь! Так, мы тут сейчас пока всех подлечим. Рыба там даже что-то исследует. Так. Первая помощь. Мы тебя, скотина, оприходуем. Лишение свободы сейчас исследование пройдет. Тебя тоже сейчас... Мы будем использовать их для тренировки. Песню подлечить. Песня ринковать нужна уже. Мудохуй без остановки, блин. Вот этого мы сейчас... Главаря мы сейчас поможем ему. Чтобы он не умер у нас тут. Так, что там по исследованию? Лишение свободы еще идет. Дебилы! Ну дебилы! Без сознания 300 секунд почти. Этот команда поправки. У него минус 37. Да чё редкостная, блядь. Так. Значит. Рыба, иди в пень. Ты иди занимайся исследованиями. Сейчас лишение свободы исследуем. Бип отдыхает. Чё у него по характеристикам? Крепость 2, боевое искусство 1. Ну типа, да. Вспышка там что-то подняла даже. Так, вспышки пока делать нечего. Кай займется делом. Каким делом? Подобывает, например, железо. Ткань нужна для кровати. Но это надо будет сгонять еще в магазин тут. Надо, чтобы было что продать еще. Поэтому сейчас исследование закончим. С опять мудакам выписание звездюлей. Давай. Осталось. Есть. Теперь. Тюремная клетка. Так, вот она, по-моему. Вот так должна быть. Что ты делаешь? Ты строить будешь, нет? Не хочет. А, у него нет места. Места нет. Команда поправки. Мертво. Терфас спит, поэтому топы не убирает пока. Угу. Так, бип. Ну что, нельзя, типа, тюречку сажать? Где он, товарищ? Поднять. Все. Теперь он заперт. Кто еще есть? Живых. Умирает. Вот этот еще. Тебе потаскают его пока. Да, вот когда других таскают, у него есть. Не, нету. А, да, это груза. Комната поправки. Мудаки, блин, редкостные. Бип, иди отдохни. Так, что там по добыче? 48. Сейчас мы сбегаем, продадим это дело. Бип пока спит, остальные пока работают. Вот этого я не понимаю, что ты стоишь с этой стороны?
Караван на пути в форпост. А у меня денег нет. А где он, кстати? Может быть, из известной точки. Я не вижу, где он. У них тоже голодные бандиты были. Тысяч. Вот так. Инженерное исследование 8000. А я возьму одну. И возьму книжек. Ткани. 8 штук мне надо тканей. Вот, 8 штук. Все, беги обратно. У нас же какие-то уже статы уже появились. Защита он. Те еще валяются в коме. Ну и пусть валяются. Так, сейчас мы наши там для исследования штуки-дрюки закинем. Угу. И на второй этаж. Так. Инженер. Караван прибыл. Да, иду я. Нам только торговать нечем. Да, в принципе, у тебя ничего и нету. Не страшно. Так, а что у нас по зданиям? Вот здесь. Все равно вот и... В этой впадине все равно толком ничего не построить, поэтому здание будет в воздухе висеть. Ну что, так и будешь по одной таскать, по две. Можешь нормально взять уже. Вот так. Тут это по две штуки брать, это прям вообще катастрофа какая-то. Так, комрады, сидите, да? Сидят. Сидят. Восстанавливаются, товарищи. Провинившиеся. Блин, ты не отвлекайся. Так, что у нас я хотел построить? Вот это я хотел построить. Вот так ты, значит, не встаешь? А вот так ты встаешь. Очень интересно. Шо? Че еще? Ну, пока этого хватит. А, блин. Вот так. А точно у тебя нет своих материалов? Или ты задница ленивая? Технологии. Технологии. Шелушильня. Вот что нам нужно. Так, и что это? Пояс легкой защиты. Ткани и кожа нужна. Угу. Ну, для этого сейчас мы можем только торговать. Так, а что у нас еще там? А, так, 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 так. Технологии, технологии, технологии. Электрика. Давление электрики 8 книг, да, нужно. Так, ну раз нам нужно 8 книг, значит нам нужно их купить. Отлично, отлично. Все, потренируемся. Что же ты за больная родина такая?
куда ты побежал? Ну и ладно. Закроем дверь. Так, а чё? Поболтать с ним, да? Говорить. Какая машина заполнена? Не вопрос. Я же не животное. Так, шуршильня готова. Исследована. Ну, вот она. 6 электродеталей, 4 железных листа. Ладно, это мы пока делать не будем. Так, 8 книг мне нужно для изготовления электрики, да? И тренируется, пускай тренируется. Так, это работает. Так, сейчас мы поставим здесь для хранения меди коробку, чтобы они сразу надобывали и отнесли. Так, мне нужен хлеб, да? Мне нужен хлеб, и поэтому... Угу. И печь поставим для хлеба. Ну, сейчас. Стоит. Сколько она стоит? 4 железных листа нормально. Угу. Так, чем у нас вспышка занимается? Добыча железа. Бит, можно будет зерномолкой заняться. Хотя... Наверное, СТР пускай займется. Колодцем работать не надо. Нам нужны люди. Нам все не хватает людей. Так, а что у нас по еде? Две палочки. Ну, пока еще что-то есть. Так, ты... Да. Провизия. Печь для хлеба. Вот так. Пришли, развернулись и ушли. Ну и правильно, нифига делать. Так, теперь. Значит, тебе будет не так. Ты... Будешь работать здесь. Будешь делать хлеб. Для этого нужна мука. Где работай? Бип. Так, опять вопрос. Вопрос в чем? Нам нужен свет. Ставим факел. Нужен электрический свет, правильно. Блин, нам нужны книги, в первую очередь. И с помощью хлеба мы будем делать... Мясо жевательные палочки. Будем делать бутергроб. 140 питательность. Так, по второй очереди работает. Отлично. Кто там... Ломится, сука. Опять надо арбалеты поставить. Надо ставить арбалеты. Или еще лучше, нужно кого-то вооружить арбалетом. Нужно кого-то вооружить арбалетом. Реально. Будет чинить тут до посинения. Попрактикуйтесь.
Бип пускаю. Бьется. Акция «Голодные бандиты», теперь ваш враг. Вот это... Такого надо, конечно, что-то с чем-то. Они сами нападают. Они сами нападают. Суки, я построю шелушильню только для вас. Вот сейчас. Только для вас. Потому что вы меня... Изрядно начинаете выбешивать. Чего полечи? Теперь ваш враг, они, понимаете, наша фракция голодный бандит, теперь наш враг. Они просто хотели есть. Они просто хотят есть, они голодные, поэтому, блядь. Значит так. Где этот долбанный главарь? Он живой? Живой. Сейчас мы тебя вылечим, сука. Сейчас мы тебя вылечим, чтоб ты просто не умер. Факция голодной бандиты нам больше не враг. Поздно. Поздно, ребят, поздно. Уже поздно. Так, а чё ты побежал? Поднять. Запереть. Фракция голодная бандита, теперь ваш шаг. Да мне вот честно, мне насрать. Так, сейчас мы сбегаем в город. Мне нужны книги. Нафига ты с собой вон... Вот ты бил. Воду-то зачем с собой носить? Блять, мне нужно хранилище воды. Стой, не так близко. Работает. Ладно, мы продвинемся в эту воду. Так, закончил. На станцию на торговую. На аванпост. Сгоняем сейчас. Нет. А чё я побежал? Мне же надо продать что-то. Купить что-то ненужное. Надо продать что-то ненужное. У нас денег нет, правильно? Правильно. Запроснулся. Все вы. Бип теперь сильнейший. Наступят перемены. Вот как можно без него играть, Бип? Ну и скорость. Так, а что у нас там по силе 30? Катаны 12, атака 18. Ну типа что-то как-то, куда-то. На ваш форпост движется бандитский набег. Нам с ними не справиться однозначно. Так, все. Ниндзями черного дракона, блядь, нам не справиться. Все собрались и пошли. На аванпост. О, гару. Кого ты там тащишь? А, отпусти ты его, блядь. Чё, дурак, что ли? Ну, уже что-то похожее на правду. Побежали.
А чё такой быстрый, блядь? 21 миля в час. В смысле, чё такой быстрый? Так, ты куда побежал? У тебя там хлам валяется. Надо забрать его. Все, теперь иди. Сейчас они прибегут. Пускай делают, что хотят. Вода. Ты что стоишь? Дай ему по башке, блядь. На. На, сука. На. Козел. На, блядь. Вот так. Все, теперь идите туда. Хромоножки. Хромоножка пускай доходит, да? Сам доползет. Нам, конечно, надо будет сейчас вернуться еще на базу. Чтобы, когда они придут, потому что если никого нет, они просто стоят, типа, они подгруженные, ничего не происходит. Нам надо вернуться еще. Продать, продать, продать. Продать, 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 продать. Тоже продадим. Возиться с этим. Книги. Купить, 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 купить. Восемь книг. Так, все здесь. Все здесь. Забегаем на базу. Чтобы они подгрузились. Да я уже понял, что они прибыли. Вот, вот, вот они. Мы попробуем его вырубить. Нет, не будем вырубать. Бэм. Получилось. На нахуй. О! Ничего. Они что, выпустили моего говоря этого из тюрячки, урода. Сейчас мы на нем попрактикуемся. Мудак. Ну, такое себе практика, конечно. Сейчас будут там носиться как сумасшедшие. Ну и чё, вы, может, свалите, раз она закончилась? Короче, по какой-то причине, когда у меня заканчиваются набеги, они, я не знаю, у всех так или нет, но у меня они не уходят, они продолжают бегать, как идиоты. Но когда я сохраняюсь и загружаю, сейф, всё происходит как надо. Так что наша база опять свободна. Наша база свободна, поэтому все могут вернуться. Да ёбаный, блядь. Мне нравится этот искусственный интеллект. Я просто хожу им спокойно, пытаюсь их вырубать. А они такие ходят нормально, прибежали мои ребята, они: о, враги.
Ну, посадим. Что здесь происходит? Почему они тренируются в моем городе? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Нифига, 37. Хорошо, что они слишком сильно увлечены. Я даже знаю, что мы провернем с этим полученным навыком. Забуженным. Закончился обуз, да? Ну, нам так и так профит, потому что мы так покачаемся немного. Ну вот, мы уже вполне спокойно выставлены с города. Конечно, выставлен. Мы уже спокойно можем разобраться с голодными бандитами. Нормально, нормально. Я вам повырубал сколько прокачал. Буквально за пару минут прокачал 43 убийства. Блин. Мы это сможем использовать. Есть у меня одна мыслишка. Как мы это сможем использовать? Но это будет рискованно, конечно. Впрочем, я думаю, это уже... история для следующего выпуска. На этом мы остановимся на сегодня. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.